Дев'ятигадова Даша вітає бабу Марію як родную. У будні дні пенсіонерка зустрікає дівчинку зі школи. Для Дашиної матері така допомога – справжнє врятування. Покинути працю у цей час, щоб поклопотитися про дитя, вона не може. Проблему вирішив проєкт «Бабуля на годину», одною з яких з'являється Марія Набєбіна. На пенсії вона більше як 15 років. Своїх дітей і внуків вигадувала. Тепер допомагає іншим. Ви знаєте, це якось, мабуть, то ли судьба, вот что-то мне так еще кому-то надо помочь. Знаете, что у меня нету тут внуков, так я вот уже с ними. Так они мои и родные. Социальный проект запустил Новобелецкий центр социального обслуговывания насильництва. У роли бабули на годину наведывальница отделения для громадян пожилого взросту. Их допомогой поспели скористаться 4 семьи. Для меня этот человек, она как мать для меня. У меня мама умерла, и вот она заменила мне и мать, и внукам заменила. Моим детям заменила бабушку. Очень любим ее. Мы рады очень, что она в нашей жизни есть. Она нам очень помогает. Она и уроки помогает делать. Порой даже бывает, приду с работы, даже обед уже приготовлен. Они так стараются. Она учит всему их. Авторы идеи сподяются, бабули будут особливо корыстные молодым мати, которые не ведали своих батьков и выросли у интернатных установок. Звездки об их есть у специальной базе центра. Попросить допомоги могут и все жадающие. Варто звернуться у центра социального обслуговывания або набрать номер телефона 37-44-87. Покуль послуха доступная только жихарам Новобелецкого района. Але энтузиасты упэўнены, идея будет цікава и іншим территориальным центрам. Ну, наверное, мне хотелось бы видеть, чтобы те мамы, которые вот наши бабушки, которые оказывают им мудрым своим советом помощь, чтобы они сказали нашим бабушкам огромное спасибо за ту помощь и за тот путь правильный, за то направление правильное в жизни, которое показали наши пожилые граждане. Многие из пожилых волонтеров у минулым педагоги, медики, люди инших поважанных профессий. Есть навод кандидаты наук. Покуль у лику волонтеров только бабули. Однако цікавость до проекта проявляют и пожилые мужчины, которые наведывают центр. Тому авторы проекта упэўнены. Хутка у штате волонтеров з'явится и дядули. Ганна Ковалева, Ігор Марышченко, Телерадо, компания «Гомель».